Блин, Саша уже, наверное. Поклёвка была. Давай вот эту камушку за жопой закрыть. Что? Опа. Свалил. Ты подумал о том, что у тебя поклевка вот эта. Об этом и подумал. На грудь. Да, Миша, не испытывай судьбу, блин. Попробуем. На трех опариках. Тоже на три опаря попробуем, Миша. Кушает, кушает. Смотри, вот я свой лоб перестал. Начинаю тут других убить. Я не пойму, а что это было. Это красноперка, елка. Нет, один опарик. Красноперка. Все-таки надо почаще отходить. Миша, как опытный опытный плющитель плотвы, подсказал, как надо поймать хитрого карася. А у меня?
ё-моё, как так? Только я ставлю, у меня проявится. Да что ж такое? Вот. Поймали немного, больше занимались, общались между собой, уже давно не виделись. Побольше десятка карасиков. Все очень приятно. Поклевала плотвичка, красноперка. Всем желаю также приятно проводить время, как и мы. Подписывайтесь на мой канал, ребята. Подписывайтесь, ставьте лайки. Все, всего вам доброго. Пока-пока-пока. Пока. Thank you.